Раньше я уже писал на тему переломать мне все кости. Теперь мне снова угрожают тем же обращением. И я решил, что должен тщательно проработать для недоумков концепцию неадекватности их источника страха. В человеческом скелете 206 основных костей. Уже достаточно напряженно и трудоемко. Но что действительно нас интересует, это сотни тоненьких хрящиков в ушах. Каждый достаточно безрассудный, чтобы угрожать мне, будет иметь дело с этими крошками. Он действительно сумеет отдельно сломать каждую из них, как пузырьки в куске противоударной обертки? Сможет ли он потратить необходимое громадное количество времени и внимания? Я счел, что задание потребует терпения святого. Но давайте предположим, что найдется кто-то с материально-техническими способностями, достаточными для того, чтобы выполнить уговор. Он не сможет уложиться в назначенное время, чтобы полностью сломать одно ухо, уйдет несколько месяцев, так что ему придется похитить меня и переправить в изолированное место, вроде деревенского домика, и следить, чтобы во время процедуры я не умер ни от голода, ни от чего-либо еще. Понадобятся деньги, и днем ему придется ходить на работу. То есть в рабочее время я буду сидеть, смотреть телевизор, есть рахатый лукум. По вечерам он будет возвращаться домой и приниматься за мои уши. И в мире все будет в порядке. Но жизнь не сводится к выживанию. Через 6 месяцев все кости в первом ухе будут сломаны, на чем мой пленитель переключится на второе. К тому моменту, как он доломает второе ухо, первое уже заживет. Когда он снова сломает первое, зарастет второе и снова потребует внимания. И так далее. Этот веселый танец будет продолжаться до конца моих дней. И все это время я буду жить в относительном комфорте. И вы, ублюдки, действительно думаете, что я испугаюсь? О, побалуйте меня. Приступайте.